За прошедший год в учреждении здравоохранения городов и сел республики в рамках реализации двух программ по привлечению кадров прибыло более 250 специалистов, в том числе 133 специалиста из других регионов России. Работу в сельских больницах начали 48 молодых врачей. Сегодня на коллегии выступит один из них. Мы благодарим президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова за решение о выделении грантов для здравоохранения. Все 200 специалистов приступили к работе. Более половины из них трудоустроены в первичное звено. Есть среди них и специалисты особо дефицитных специальностей, такие как анестезиологи, реаниматологи, неонатологи, фтизиатры, психиатры, патологоанатомы. Отдельно хочу отметить работу руководителей Пестричинской, Сабинской, Алькеевской центральных районных больниц и управления здравоохранения города Альметьевска. Благодаря совместной работе с муниципальными образованиями им удалось привлечь большое количество врачей и решить проблему дефицита кадров. С целью решения кадрового обеспечения медицинских учреждений Минздравом совместно с Комитетом по социальной политике Государственного совета Республики подготовлена законодательная инициатива о разработке проекта закона о первоочередном предоставлении детям медицинских работников мест в детских садах. Сегодня около 700 медицинских работников находятся в отпуске по уходу за ребенком. Решение вопроса с выделением детского садика частично позволит сократить кадровый дефицит в отрасли. Просим вас поддержать принятие данного закона.